Не выпускают. Портал Свич. Бегом. Да, заберешь вторую бабу. Оптик убежал. В телочек сыграли. Стаки, 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 стаки. Сексика прохил. Скоро портал будет. Гудвик побежал. Босса быстро они сейчас сыграйте. В свои прыжимки стреляем на портал сейчас. Вот немножко босс отвези, немножко. Все. Портал Сыч. Герл. Сейвы дали. Стоки, стаки, босса. Ага. Портал сыграли. Я скажу, когда вам будет можно подкидывать мобов. Вот теперь можете, если надо будет. Подкидывай. Это вообще урона не прошло. Блять, сука, сыграл, ты чё, блин? Поиграем. Давайте в центр поставлю обратно его. Давай. Рейнджу возьмите также, чтобы цепуху не поймать. Бэра есть у кого плюс сейчас? Гасни побежал. Идеально. Идеально, подними дедбича. Когда пишут. Короче, я сейчас назначу. Чикабум поднимешь хрипат. В портал сыграли. Ворота, ворота, ворота. В портал быстрее. Идеально, как откатится даже Бэр. Не, в Одифьюри даже Бэр по дедбичу. Чикабум по хрипатам, второй дрик по дедбичу. Госпожу сыграли. Куракава вышла, стаки с босса сняли. Так, войд по дедбичу, да? Да, войд по дедбичу. Драйнер сам станешь? Нет, только да. Идеально по драйнику. Портал скоро появится. Желательно будет портал бы разрезать. Чики поднимай сразу же, Припатова. Добивайте телочку. Ближе на центр поставь. Извержение, готовьтесь. Что? Так, где портал? Портал, портал, где он? Не вижу. Появился. Давайте, фулл с ДПС. Давайте сейв. Прихил приеду. Откидывайте мобов. Сейчас. Откидывайте, откидывайте. Вобро побежал. Вобро, беги, 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 беги. Хорошо сыграли. Стаки сейчас, ладно, вовремя снимается. Бэр, пожалуйста, по бичу и гимна ману дайте. Гимна ману это... Я хочу посередине комнаты, блин. Там, там. Поставь его, Дон. Дон, поставь его в центр. Стаки, тырим. Все, на следующий тоже сейвы будут. Да. Да, тут каждые 2 минуты как раз. Неверу прохилите. Неверу прохилите. Дедбищ, дедбищ, дедбищ. Портал. Стаки на боссе есть? Нету. Каст убиваем босса. Стаки, 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 стаки. По мане что-то гибли делают. Вуди Фьюри вышел с рейдом. С
Смотрите, у маны хилов нет. Снимки на маны, квелт это тем. Ставить это на ману. Позаливайте маны, маны и хилам нашим. Еще когда так. А, Чика, в Исполина дай. Шочку давал. Я с ним дай. Ну все, у нас... Войд, да, Войд по оптиксу. Войд, да, вот давай в оптиксу, да. Угу. Поставь босса, босса в центр поставь. Надо будет залить еще раз на мой вулкан. Тенка прохил, тенка прохил. Захильте тенка, блять. Все, давай вулкан. Масса. Вулкан фулл ДПС. Дайте геру для павших. Прожимай сокру. Портал, 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 портал. Я свой тоже отдал. Все, откидывайте мобов, откидывайте, откидывайте, откидывайте. Вбро похилить. Все, живем. Добивайте дерьмо эти все. Беги, малышка, беги! Хоть. Ты добивайте големов этих, алло, блядь. Чините немножко. Саки босса. Красавчики. Где? Штаны тебе. Все, штаны мне, блядь. Дайте штаны, блядь. Он еще бездешник, что ты помнишь. Хорошая, кстати. Блядь. Даже арбалета нет, пиздец. Этот ебаный плащ. Смотри, поясок-то какой сочный. Блять, поясок-то сочный, блядь. Да. Так, давайте. Дуард ворвался. Ну, тут он, типа. Ага, ты идеально востриний. Угу. Да. А спина Сани, да, сочная, да? А у меня есть спина. Вы представляете, у меня был в прошлый раз. А, теперь тебе, да, Дон? Да я не знаю, я не хочу ее проебить. Че ты не хочешь ее брать? Ну я с десятки себя выпью. Он там сильный софит и уклонение. Так, пока нету с десятки стабили. Утешение. Вот эту штуку. Исполин, отдаю идеальный мейнспик. Сколько у нас за три? 500 гп, да? Бонд. Я не помню. Полтора капа, по-моему. 10 тысяч. Посмотришь? 800, по-моему. Вроде пока трофей. 7 соток. За три, по-моему, кика эту с гильдии. Не, за Волонер кикает. Это за Волонер, да. Там сам самокик там за Волонер. Перепутал. Ну все, идеально, теперь может в экзальте довалить. Да, все идеально, пока. Вы тут налутался, сейчас, блядь, доведете, сейчас нахуй свалит, блядь. Если уходить будешь, то видео запиши, где ты Волонер удаляешь. И два утешения тоже. Ага, потом личный кабинет. Кстати, Дон, взял бы, кстати, на мастера, если мастерство надо. Да, я ДКшка. Ну ладно, давай, слушай, пусть будет. Чего ты на ДК, ГП тебе... А такой же. У меня есть. Чего ты на ГП не будешь нигде полутать? Все равно, а я конкурент, я тебя не конкурент, сам видишь. С эмприором, блядь. Просто впарил, блядь. Эмприор-то мне пофигу. Так, а что, есть какой-нибудь чарка этот, спина... Давай, Дон, посыри, да. Я запустил босса, идите все прячьте сюда. Дон, какая тебе нужна чарка? Ушли оттуда, хрипатый, выйди, хрипатый. Хрипатый. Блять, хрипатый. Да проверку запусти. А там не сагрит, не должно, по идее. А ФК что? Сагрится, да. Не сагрится. Давайте выйдем все с места, выходите быстрее. Пускай он сдохнет один, бля. Быстрее выходите, бля, кто там стоит? Дом, блядь, выходи быстрее. Я ставлю ставку на то, что он не сагрится. Я посмотрю тут из-за решетки. Я тоже гляну. О, блядь, что так можно? Не сагрилось. А давай, слушай, подождем, мало еще резкое движение сделает. Просто да, он все вернется, бля, его захуяли. Ты сюда подойди, спалин, а то решетка закроется. Стойте тут все пока. Хрипатый, ты тут? Выходим, выходим. Разъебываемся. Ой, бля. Что ж мы сделали? А теперь представьте, что до 50 было.
это было бы пизда, я бы сгорел бы сразу нахуй. Я бы выкинул бы сразу его. Взял бы сатану. Или? Не, слита просто, его бы выкинуло бы. Там минуту выкидывают. А там можно заходить, нет? Да, сейчас будет запускать уже. Они все. Назад побежали. Сзади проверили. Еще не отпиздили там всех. Да отпиздили уже всех. Все, заходим. Ну, сейчас пока это самое. Скоро мы это, как его... Убьем Ануба и уже будем уже на 50-50 тренироваться. Считаю, будем пытаться точнее. А, выходит, карагер вообще всем похуй на этот ВК. Ну, как сказать, 72-й год. Плащи-то, блядь. Хотя ради бы... плаща? Так ради жопу, а то ну нахуй. Конечно. Ради плаща не обязательно, а вот ради четырех боссов... Ачивки. Ачивки. Вот ради ОДшки? ОДшка, вот да. ОДшка. Не, ну, и ВК будет актуально до выхода ЦВК ХМ. То есть мы, ну, сами, то есть мы потом нахуй ВК выкинем с РТ. И просто будем с ЛКХМ ходить, да. А ЦЛКХМ после РС выходит или до? Сначала ЦЛК, обычка, потом РС. Я рыбу поставил, ешь все еще. Потом РС оп, а потом ЦЛКХМ, потом уже РСХМ. Там фласт. Дайте сумму. Кстати, сначала ЦЛКХМ вышло. А потом обычка. Поставьте шкаф. На их зап, по-моему, РС обычка перевышла, потом ЦЛКХМ. Короче, сначала ХМ, потом так, обычка. Ну, на Эстрии просто пушили контент. Черный на Эстрии вообще там как-то по-странному. Там, получается, на Эстрии вообще Золмана не было. Его открыли вместе с РСК. А Золман должен был, как вот на X2, типа, открыться вместе с ЛК обычкой и ЦЛК. Чтобы в ЦЛК ХМ попасть, нужно Золман было открыть. На Эстрии такого не было. Так, меточки обозначаю. Квадратик. Так, сколько у них там? 3 мирика. Норм. Идеально, ты знаешь, что делать, да? Я. Сначала смотри. Сначала мы врываемся первые, а потом где-то секунд... Ну, подождем, пока они там рассосутся, эти мобы. Вот. Как только кастер укажется у нас, а мирики там, идеально сразу выбегаешь, я под прожимками буду, и начинаешь просто катить. Два пала начинаете там хилить, порошочек и оптикс меня будете прохиливать. Так, я в соло буду. Так, дальше. По контролям. Так, в бро ты на мага, как всегда. Садишься, сбиваешь ему косты. Тебе помогать будет, давай, или... пока никто не будет. Если что, будете в крестик играть в первую цель. Череп у нас поконтролит у нас драйнер, кидает ловушку и кинет у нас, пофиряет его тенку. Череп пофиряете. Все локи, все локи вызывайте собак. Все локи. Кто это говорит? Тенка. Да, фиряешь череп. А, все, я тогда... Ну ты старайся не выходить сильно в центр комнаты, чтобы до тебя миллизона не сломалась. Ну, когда сломалось. В рейндж попадет, я буду фиреть. Да-да-да, совершенно верно. Так, дальше. Значит, крестик у нас, мы бьем первый крестик. Ромбик у нас сядет дуат, позбиваешь ему косты. Так. И сова у нас осталась. Дэдбоди, ты сядешь на сову. Нет, не сядешь на сову, а... у нас там. Гудлик, ты пофиряешь сову тогда. Води Фьюри, ты ее потом сову фиряете и сову в вихре кидаете. Води, понял, дискриминация, да? Какая-то, блядь. Че дискриминация? Совы. А. Ну, будешь это самое, вихревать ее. После фиров сразу вихрь давай свой. Ага. Все. Значит, смотрите, ждем. И сначала врываюсь я. Жду, пока они на меня пойдут. Потом они... Там, Дон, ты притянешь, попробуешь крестик. Ты куда пошел, Буди? Блять, это... я сову выбрать хочу. Вот она, звезда, да? Да. Надо запомнить цель. СС... Вопрос такой, подожди. Да. Красноязычие работает? Может быть, красноязычие раскидать? По хилам можете раскидать. А, и, кстати, и по возможности контрольте хилов, маги там. ДК, никаких моров. Бьем точными ударами. Если вам нужно обновиться, блять, обновили сами ЛПшку и удар чумы, что там дается. Чтобы, блять, моров не было, еще раз повторяю. Будете играть это самое. По таргетам. Маги будете стараться контролить жреца и пала там, давать лягушки там,
овечки и так далее. Тоже можете пофилять. Дрич может пофилять приста. Ковараджи может пофилять хэпала. Сам найдешь его, может запоминание целое взять. И шамана пофиляет у нас Куракава. Вот. По СС-ам. Дрич, да, СС по идеальному. Ковараджи по себе, Гудлик по себе, Дрич. Даже по... второй раз меня называешь. А, подожди, Дрич по идеальному, Дрич никому, Денку по зоркому и Кару по Амире. А, у нас Кару не вреди. По Дридам лучше Берри раздадим. Это фласки, там... проверьте их там. Вот. Да, фласки проверьте, бронепоты кроме идеального пьют все. Это, Сань, это... чисто узнать. Сопрос здесь никак не поможет? Нет. Только контроль. Только контроль. Локи, у вас 5 штук, поэтому давайте у нас Куракава, ты на приста, а красноязыча, на Ронрик Дрич, на Лока, на Мага Гудлик, на Саву Кавараги, Тенка на Шамана. На Паладина лучше, Паладина больше будет. На Мага можешь не садить, потому что ему косты так будут резать, его будут все чувства в него. Ну так остальное. Говорили, я прослушал весь. Ты на Робике сидишь, я тебе назначил уже. А, Робик, все хорошо. Ебошишь его и избиваешь косты. Так, ну что, давайте. Хапалов не надо кидать. Пока что посмотрим. В решетку все, я так понял, да? Да, в решетку и ждем. Идеальный, пока жди своего выхода. Так, и Пало, не забывайте ему фридом давать по идеальному дисплею и так далее. Потому что идеально будет катить мелизону вражескую. Блять, не видно ничего, супер. Это пока что, жди. Это, отойдите немножко, не видно нихуя. Запоминание цели сделал ты своего или нет? Да. Ну вот таргеты возьмешь, да и все. Да, просто тут вот. Фростойку просто включи. Почему? Врудолаг загораживает, блять. О, так заебись, видно. Все. Донт, готов? Сейчас, секунду, я переодеваюсь. Давай. Ебать, у тебя врудалак ужасный. Готов. Ну чё там? Дебэмпул. Сойдите все в стеночку, мастер, прям раунд. все в стеночку. Мастер раунд на броню. Поехали. Вы идеально выходи. Ну, где за хил нахуй? Блять, чё вы стоите и ебаните, блять, палы? Падайте. Махайло. Блядь, стоять смотрит нахуй, чё вы смотрите, блять? Я чё-то задумался, сорян. Можешь паутинничек ебать, можешь побольше ебать. Да, полторашку. Хуя. А ты один танчишь, что ли? Да, я туда один забиваю. Да мне там, до меня там, по сути, не. Меня бил один Рога, блять, и все. Вар только бежал на меня. Что ты врешь, Рога к нам бежал? Сейчас я посмотрю, кто меня убил. Маг тебя кастовал, я видел. Видишь, когда кастеры и милики одновременно хуярят, там мне это не прохиливается в один таргет. Они. Я. Ладно, сейчас еще раз давайте. Так они, наверное, не похилили просто. Как меня вспышкой с этой хилили? Умехайте. По 1300, блин, да? Сколько там было? Умехайте. Ну, вспышка света. СС прилипали. Просто пиздец, блядь. Сразу перед пулом палы у вас должны быть заряжены были в это, ваша эта херня, что, блядь, увеличить хосту от света небес. Уже должны были кастануть пули. Кавагари не вешал. Кавраги. Ковараги, повесь СС по исполину на всякий случай, на диспалеру. Или по идеальному, может, лучше. А лучше, да, по идеальному дай. Да-да-да. Блять, нахуй на место твоих рыцарей паладин, блять, поставил. Сейчас бы, блять, 10 NPC-шников залили бы и все. Ну, я как на дерево, ляпщик. Все локи вызвали собак.
Так, Кавараджи, давай ты сядешь на дерево, будешь дерево банить. Так, у них там, получается, добавился... Так, ШПшка, надо ШПшку будет поконтролить. Кто на сову контролил? Войд. Войд. Вот тебе твоя цель, ну, цель ШПшка, вот, и ферять, типа, у тебя гудлик, ферять ШПшку. Метка луна. Так, дуа также ромбик. Алло. А у нас сейчас ни демона, ни Африка нету, бог. У нас демон один пока в рейзе. Да не, не надо. Да тут похуй. Не, мне это вообще в будущем демона сделать. Ну, может, кстати, было бы неплохо. У нас кубок не всегда приходит, наш, да? Ну, он на выходных приходит только. Че на пол? Мастера, только не забудьте, возьмите здесь решетку, поставьте здесь тотем на броню, первично. За хилки уберите, у кого бесы вызваны, выключите автобаф. ДБМПУ. Подожди, сейчас еще и все. Готовы? Мастер ауру дали? Мастер ауру, не кастуйте больше ничего. Стойте. На хилов пошли. Павла и бабла дали? Как? Идеально выходи. Крест играем. Печеньку зафиряйте, законтрольте как-нибудь. Квадратик. Рушку грипните. Череп, грип. Контролим. Череп, ДКшки грипните. Выходите, череп, контролим, катите. Гаснит на тебя сейчас, катите. Череп, грип, отдайте в рейд, вы чё? ДКшки спят. В череп играем. Контролим сейчас. Расконтролили. Уже минус 4 уже. Пизда, падайте нахуй. Блять, а почему, сука, не... На них нахуй ложится, блядь. Да, на меня, блядь, пиздели. Сейчас уже на рейд идут какого-то хера, блядь. Дом с каким? Сейчас обычным читом, то есть с Галимом. Давайте еще раз сейчас. Я не знаю почему, но они срываются на меня. Я ничего не жму. А ты у них. В какой стойке? Я во фрост стойке. У меня близко, армор. Котки висят, потому что они тикают, и здесь стрит создается. Вообще нихуя нажимать не надо, кроме банки. Не понимаю, что у людей руки чешутся. Так были ходки там или что в рейде? А там что-то, ну, кастуют. Я просто слышу какие-то касты, но я не вижу, что кастуют именно. Ну, какая-то хуйня у нас накастовывается. А че, нет тактики нормальной для этого босса какой-то, чтобы нормально... Это нормальная тактика. Это нормальная тактика, просто, блядь, милики взрываются, блядь, ну, рейд, все. Как-то же было, что они на танке, типа, висят, милики там. Или может два танка. Это на МСМ стоять. Еще раз говорю, они, милики, идут, блядь, бизить вас. Все, это сейчас причина вайпа. Они должны сидеть на мне. В прошлом разе они всегда меня бизили. Ой, блядь. Сейчас поставлю часы. Так, кстати, да, можно убить первым того, кто ближе подойдет еще. Сразу да. Убить, ничего ебать. Зачем кого-то именно ханта ждать? Типа, да похуй на то ханта. Маги бьют сильнее, чем ханта. Да, сейчас да, маг не бежал, маг там стоял у порошочка. Ну, прибежал, ДК могли бы его пиздануть еще, или вард не прибежал, что такое. Ну да, там ДК прибежал, и мы играем в первый таргет. Не надо, типа, там анонсить, чтобы мы какого-то, блядь... А там через... они все стоят это... в куче, типа, говорят, типа, грипайте черепом, блядь, в куче стоят. Ну, нам вон оттуда крест просили грипнуть, вот где-то вот оттуда, блядь. Да. Потому что он меня бил, блядь. Гудлики, Вуди Фьюри, контролите луну. Меня и маг, и ок ебашили, нахуй. Там больше всего магли. Не должны на хилов они агриться. Они все срываются с Саши и идут на хилов. Сейчас я переоденусь нахуй.
Краншу. Три не выбился, что? Еще два дня. Даже три. Ну, на воскресенье я выбью. Саша, мне кажется, неделю назад так же был, нет? Нет. Только щиточек поменяй. Я же поменял. Тебе нужно 1045 хп. Блин, 40 тысяч. Не больше. 40-45. Да. Все равно там идеально будет катить этих всех миликов. Давай. Одевать нормальный щит, что ли? Нет, такой щит и 45 тысяч хп. Ты просто понимаешь, что если воин рога будет на тебя сидеть, и там будет минус от хилы, там вообще ты упадешь разом. Я тебе говорю, свет небес будет отхиливать у меня по 5-6 тысяч. Так щит можно же во время боя прямо лить, поменять. Ну, я поменяю щит, но сразу переключу на другую цель. Уже было так. Все, 42к нужно хватить. Давайте отчу на пол. Там крик на хп еще дайте. Все, 46 у меня нормально. Угу. Хила на позицию. Все прижали к стеночке. Бронепоты выпейте, кстати, не забудьте. Плотнее зажмите стенку. Кто там у нас стоит? Стоматолог, сова. Вот, зайди в шоу. Листочки покупал. Все, все готовы. ДБМ получаю. Никто ничего не бафает, не хилит. Ждите. Только мастер ауру, ждите на 2 секунды. Всех все трогают. 4, 3, 2, 1. Поехали. Мастера. Нормально. Все. На меня и сидят. Выходи идеально сюда ко мне. Трусы контрольте. Только трусы контрольте. Да в трусы играем. А, да чё? Блядь, мы играем по кастерам контроля, сдайте. Контрольте, череп контрольте, блядь, алло. Ханта контрольте. Все, я пошел драйвить. Фридом по идеальному. Диспел, гаснип. Таргет 4 ходки. Катя. Не, по одному нас вырезают. Блять, да я ж назначил нахуй, ну ёбаный в рот, блять. Почему, сука, мах расстреливает всех, нахуй? Почему хант расстреливает, блять? Вы, блять, пиздец, нахуй, не отбегайте меня, блять. Падайте. Сука, кто на маге сидел, должен был сидеть? Кто должен сидеть был на маге? Я назначал лока, блядь, конкретного лока фиром. Так он выходит с контроля. С фира он не может выйти. Как-то они могут... У них треньки. Хорошо, еще раз тогда назначаю людей, контролирующих. Надо бегать, Саш, как ты дал, да? Так, блядь, у вас было все идеально. У вас хан стоял. Все в пачке в этой, блядь, закутке ебаном, и они прибегают сюда и пиздят. А когда мы бегали. Вы могли. Блядь, вы можете две цели законтролить нахуй. Включите голову, пожалуйста. Если они к нам все прибежали, зачем мы стоим в углу? Вышли оттуда и кайте. Да, понимаешь, там их никак не закатывают, потому что, блядь, все АУЕ. Что у варов 4-4, да, тут всегда, они АУЕ. Вот какая-то хуйня АУЕ. Там стоял хан, блядь, вдали от рейда и хуярил всех РДшников. Мах в том числе, блядь, стояли они отдельно. Есть. Вот сейчас вот тебя идеально пульнули, блядь, и просто проебали нахуй эту всю хуйню. А вот косноязычие, что на мага говорили не кидать, он кастует и вроде и так медленно, а так еще больше шансов будет, что он не шокит кого-то. В смысле, блядь, не кидать? Все, блядь, локи раздали красноязычие каждому кастеру. Ну, что за хуйню мы делаем, блядь? Непонятно чего. Второй раз уже, вторая неделя. Просто так. Ждем, когда нам повезет. Еще раз. Контроль, знаете, этот босс не про ДПС. Так, сейчас. Так, там энх у них теперь, блядь. Хуёво, нахуй. 4 милика, блядь. Так, энх у нас луна. В дефюре. В дефюре. Если ты что, ты его вместе с гудыком контролится. Так, печенька. Хант, череп. Ханта контролит у нас драйнер своей рягушкой. И тебе помогает дрищ. Вот, фир, если что. Череп. Запомнили, да? Так, на мага. Если что, контролит у нас зорки, мага, крест, фиряет,
Караваджо. Услышали, да? Караваджо, можешь своего пета, бля, собаку поставить на магу, чтобы забивали косты ему. Так, дальше. На Лока сядет у нас 2, только сбивать косты. Все. Он блок не сильно темными те самыми стрелами и бошит. Гудлик, ты у нас фиряешь вместе с Войдом в Луну, и ты банишь локовского пета. Понял, да? Секси-тролль можешь пофирять изгнанием локовского пета. Понял, да? Секси. Все. Так, дальше. Череп у нас это хант. Я назначал вроде бы трусы. Это если ворвутся трусы. Так, Алмерия, ты кидаешь трусы. Короче, кто-то из миликов пойдет к вам в рейд. Перейдет, играйте в милика. Потом будете играть по магу. Если миликов не будет, будут чисто кастеры, первого бейте мага. Короче, я по возможности озвучу, там, кто кого будет тырить. Так, у нас Локи без контроля. Кто остался? Плюсики, посомните мне. Тенку, по-моему, да? Тенку. А если что, фиряешь тогда печеньку. Кто еще из локов не назначал по ферам? Все, тогда вроде бы все назначено. Все, че на пол? Если там нет, большая... Дерево не это. Никого на дерево. Ты меня снял, поставил на магу? Это кто говорит? Куракава? Ковараги. Ковараги. Куракава, кинь, пофиляешь тогда это самое дерево. Что я на мага, получается, вместо печенья. Дэдбич готов? У нас, по-моему, дрищ не назначен. Саш, подожди. Дрищ назначен. Назначен. На ханте. На ханте дрищ. Тенка. Все знают, что я на ханте. Значит, тенка. Ну, если дерево перехватил Ковараги, он был на маге, тогда на мага пересаживает. А, ну, давай тогда, хорошо, на мага тогда. Все тогда, все готовы. Никто еще не хилит, дабы получать. Не пускай пока, не пускай, у нас сидят он. Да. Стоп, стоп, ничего не делаем. Готовы, что на пол? Ты, Донат, на помощь, что ли? Дон, кстати, они на тебя почему-то сюда идут. Вот, блядь, прям тебя. Я знаю, я стою АФК. Добавим пол, включаю. А кто у нас? Хрипаты, да? А Мастер Аур, готов тебя? Мастер Аур. Стоим, курим. Не дергайтесь, стойте. Баллы, баблы, дали. Стоим, стоим, стоим. Крест идет, идеально выходи. Трусы к нам идут еще. Трусы, трусы, контрольте, крест бьем. Крест бьем. Идеально выходи. Вот смотри, ты что тут делаешь. Идеально выходи, блядь. Тех ты сейчас срезал. Ну, уже поздно, бля. О, все, идеального всего один вижу. Череп контрол. Расконтролили всех, кого назначало. Расконтролили всех. Это самое. Чикабум, подними в Вадифюри быстрее. Чикабум, пофиляй, это самое, по корню и квадратик. И корни кидай ему. Вихрь. Играйте все череп, в крестик мага. Сначала. Кайтите, кайтите мобов все, кайтите. Просто кайтите, да. Хан трапу кинь. Вадифюри, куда тебе боб? Вадифюри, боб дали. Отлично. Надо пуржить крест. Крест пуржите, больше шаман. Работайте по пурже. Косты сбивайте по КД. Алмерия, не стой на месте, там ну, кайте сейчас на тебя будет смотреть. На тебя он смотрит, Алмерия, кайте. Шаман, тотем поставь. Корни кидайте, все. Масфиры раздали. Я мастину грипну сейчас. Печеньку законтрольте еще раз. Дал мустан. Исполин, беги, на тебя печенька смотрит. Зайди подальше. Гудлика прохилите, Гудлика, маг. Гудлика прохилите, блядь. Идеально попробуй по возможности поднимать Гудлика. Ой, дубовый прыгни. Гера это было? Геру дали, кстати. Геру. Да, давали. Кельт, вставай сам. Гудлик, кайте. Мазиспел дали. Оттягивайте ДКшники мобов миличных. Караважик, беги. Ну чё вы, сука, стоите, блядь, нахуй? Мобы, блядь, в кайте, нахуй, еле-еле, блядь, смотрит. Дрыщ на тебя смотрит. Уходи. Неверлайн, беги.
Мобов кайтите, замедляйте, корни кидайте, оковы. Убили крест? Mm-hmm. Да, сбили луны. Луну. Ой, ромбику. А че вы в одной стороне стоите? Кто-то один на ком моб висит, может просто его кайтить всю арену, уже без одного будет. Там, блядь, не... Алмерия, Алмерия, кайте пока мобов. Он сейчас смотрит. Алмерия, кайте. Кого-то поднять, алло. Кого, блядь, не поднимай, пизду, блядь. Попробуйте добивать квест. Пока живем же. Бьем, бьем, бьем. Так вы еще никого не убили, блядь. Сколько жить-то можно? Все, падайся. Падайся. Да, падайся. Можно хотя бы один таргет убивать под керой. У нас нормально, нам нужно переходить просто. Если не так уходит, нам нужно влево уходить от решетки. Ну, в противоположную сторону, в общем. Блять, идеально очень поздно вышло. Умирайте быстрее. Остановите хил. Нужно подождать, пока кто-то подойдет, потом вырваться, расконтролить и только тогда дать геру. Блин, гоните диспал. А чё там, не слышали тактику такую на офе, типа первого хила сливать при стака тоже? Блять, мы играли по хилам уже, тоже хуйня идея. Ну, кстати, хорошее замечание по поводу того, какого хуя у Лока пол хп, блять, а у мага, блять, еще там 10%. Ну, я скинул, да, странно. Там, а кого, в детей били, что ли, разные? Ну, получается, что так, да. Ну, посмотри, скриншот я скинул. Ебать нахуй. Походу, блядь, пацаны, вы не отличаете мага от Лока, нет, блядь? И вам нет назначают какие-то? Да ладно, по крестику сказали. Ты же говорил, крест бить, крест бить. Ну так крест бить, блядь, а почему? А Лока ромбик, блядь, у него пол хп нет. Пол хп, ну кто-то снес. Посмотрите, блядь, сейчас, посмотрите, пожалуйста. Ну, знаешь, это у Невер опять так хуярится. Сейчас подождем. Так, как там... Это Рудик зубами в Иксе. Хазрок или как? Хазрок. Хрипаты, например. Хрипаты 560. Скинул он здесь, гляньте. Он его, наверное, контролил. Дуат. Он контролил. Дуат контролил его, все нормально. Дуат все нормально сделал. Хрипатый просто одним грипом 500к снимает, нахуй. Дуат. Бля, пацаны, вы пиздец, нахуй. Тут его двух дуатера, кстати, вот не хватило. Одному 13 лямов сняли, а другому 2. Как двоих били, одного били. Меньше хуяханик, хаханик, и давайте уже играть. Рыбку. А как тут без смеха? Я поставил рыбу ешь. Давай, наверное, идеально ты сразу, наверное, выбегай, как я только пульнул. Сразу ставлю и сразу выбегай. Слушай, а немного ли там тогда хилов будет? Тут тогда вообще не захилит. Он не про хилов имеет в виду, про то, чтобы на него побежали. Но не суть, да, вообще. Ну идеально он не будет хилить тогда вообще. Давайте, давайте так же стоять, ждать, типа... Надо бить первого. Там просто, если, если что, идеально сорвется, парашютчик пойдет рейд хилить. А оптик останется, будет там идеально постраховывать, там подхиливать, сальвовать, фридом давать и так далее. Так вот и сделали. Вообще, вот идеально можно было бы кастера какого-нибудь справить туда, мага какого-нибудь. Ну. Вообще было бы супер. Там милики сразу будут уже не бегать за кастером. Ну, вон зоркого подправить туда. Зорки не хочешь покать? Ну, бегу. Шуаши зоркнули. Просто кайте мобов, блядь. Которых? Милишных? Которые на хабе будут, блядь. А, ну гуд. Ну я так сейчас от вора бегал. У тебя PvP-спек есть? У меня такой PvP-спек. Так он и так, простите, какая ну, разница? Ну намного, у него две глыбы хотя бы будет. Так у меня ну, так, так две глыбы. Так, по контролям все то же самое. Че, тогда идеально не нужен тут? Нет, идеально давай тогда ты не будешь в рейде. Зорки сразу по команде. Не по команде, а на спулы, как я дам стан, сразу бежишь туда. Блядь, почему, сука, они на донта всегда висят, блядь? Они все на донта просто переключаются. Донт, может, ты начнешь пулить? Угу. Был с тобой в самом начале. Так донт с пулей, то мне сразу к великам бежать. Да-да-да-да-да-да, совершенно верно. Так, они у тебя будет, смотри, 4 милика на тебя будут висеть, так что смотри внимательнее. Только делай тогда, блин, когда тебе рога стан даст. Так вот. Я в этот момент. А когда тебе ДК грипнет, я дам стан этим всем милишникам. Так что не все. Так. Давайте. Так, кто у нас там? Сейчас я расставлю метки. Надо, чтобы какой-нибудь
хант, либо мага в рейд, потому что если ты сразу ворвешься, тебя вся РД-зона будет играть. Поэтому... Надо какого-нибудь моба, чтобы первый пришел, и мы его залили, дальше будет проще. Да, он притянет. Хрипат и Эдуард поможут, помогут притянуть. Давайте, наверное, будете тянуть у первого мага, я думаю. Потом, сейчас, секундочку. Так, это... Тут проблема, на самом деле, не в этом ханте. Бьерн, а нельзя просто какого-нибудь ближайшего к нам вот притянуть в самом начале, который ближе всего к нам, и прям тупо его всем рейдом? Они сразу на вас пойдут, поэтому я пульну первый, донт вытяни там кого-нибудь. Давайте, короче, сейчас смотри. Зорки там, все, вижу, есть, готов, да? Все, все готовы, ДБМ пул. Мастер, зорки ты не пьешь на броню, если что. Поехали. Все, зорки, иди вылетай. Давайте, наверное, череп сюда. Зорки, просто не вред, не вред. Лок бежит, давайте полок. К нам, беги, беги к нам и все. Притяните Геро. череп вред. А, притянули уже кого-то. Геро, дали Геро. Тут там нахуй обстрел, блядь. Идеально, дай Берли, потом. Бер по Куракаве, быстро. Зорки, ты кайцел, нет? Крест бейте, блядь. А ромбика пол хп снесли. Да ромбик бьем. А, ромбик, ну ромбик бейте тогда, похуй. Красноязычек, киньте на крест. Он на тебя сейчас будет, просто бегай от него, Оптикс. Блядь. Там весело. Все, падайся. Как Зорки упал, нахуй? И ушел. Упал. Там Винфури прокнул, что надо будет. Угу. 20% царя осталось у Ока. Не надо вот этот таргет придумывать. Ну, типа, первый бежит, первый убиваем. Типа, ну, как бы, блядь. Понятно, если там хил бежит плюс ДД. Хила не играть. А вот это просто порнуха, блядь. Нормально отгрипали, уже начинаем бить, люди начинают таргеты менять. Мы реально очень шустро в него вылились. Прям вообще нихуя дамага дали. Да у него и жизни меньше, чем у всех. Кстати, я смотрю, Донта переключились нормально, так активно пиздили. А вот сейчас вот что случилось? Кто сдох из-за того, что у нас все остальные побежали? Там вроде умер. 5 зорки вот. И Донт упал. И потом да, уже, и потом Саша уже упал тоже. Блин. Сейчас я, короче, в Лоран портнусь. Мне нравилось, когда эти пидоры таунтились, блядь. Хэмки, блядь, а. На стене, по-моему, еще таунтили, кстати. Да, было такое. Это их уже придумали хранил, сука. Не, ну на актуально они. Только они не таунтились. На актуале не таунтились. Не спамите. Да, шкафчик стыкните, еще раз попробуем. Больше выживать. Так, маги эти хэпалы на частицу сейчас повесите, как зорки ворвется в зоркого, кинется частицу. Хотя, порошочек, на меня пока частицу повесь. Дон, тебе много пробивали эти самые мобы? А я сейчас пойду спек менять. Я быстренько. Я хочу этот с аурой замедления ванхолика сделать. Со сквернением? Зорки 100 голды, нахуй. Ну, у меня сейчас пек, которым я соло хожу. Там чем? Там плеткой надо ударить? Там 3 дождя. Так, Зорки, смотри, ты кайтишь, знаешь, как лучше кайтишь? Сейчас я покажу. Ну, в сторону, в обратную, я понял. Вот, твоя зона, вот от центра, грубо говоря, и здесь вот по полукругу кайтишь. Ну, короче, да, центр, я понял. Да. А щита, да, центр. Да, щита, да, центр. Даже тебе радиус такой большой, думаю, не надо будет. Да, их просто кайтить нужно, они, блядь, там... Кстати, ДК, ну, можешь Невер там лужу помочь, кинуть там замедление, там, чтобы не замедление было. Да, да, конечно. А как вы тот раз убили? Меня не было, блядь. Идеально кайтил вот так вот. Миликов кайтил. На него сразу 3 милика. Сагрились. Все, он просто кайтил их спокойненько, и все. И никаких... Ничего не было. Спокойно убили просто. А кто их замедлял? Он их кайтил, а кто замедлял? ДКшин? Нет. Замедлялись они от корней. Я им еще давал станы там, если они там притягивали идеально. Я их замедлял. Ну да, еще Дуан. Ребафните мага. Вообще, сейчас я всех ждал, пока привычу. Все, давайте фулбафы поехали. У нас 3 ДКшника, это 3 милика, можно в оковах держать. Нам нужно приори...
сейчас пойдем расставить эти самые миликов попритягивать. Ой, кастера. Кого-нибудь, короче, потянуть ближайшего. Рыба была? Нет? Рыбку поставьте. Не, я подставлю рыбу. Поставлю, кушать. Так, у них тагар, это ж хил. Так, у них получается паладин. Так, кушку сюда. Паладин хил у них. У них получается маг. Квест. Запоминайте метки, помните, кто кого контролит? Луну тоже контролите, там назначенные люди, которые Луну изначально контролили. Так. Ченка. Квадрат. И трусы. Надо сделать так, чтобы кастеры у нас были. Все. Кастеры, вы кастеров, получается, контролите спокойно. Там это, можно как-то, чтобы мы разные метки не били? Вот нам, когда прибежит первый моб, просто озвучите, бьем ромбик или бьем квадрат, или, чтобы не было... Невер, покомандуешь там, потому что я не увижу. Да. Все, давайте, чем попробуем. Попсикс, кинь тогда частицу. Дон же потом уходит, да, в рейд туда? Нет, он будет Кате тоже помогать. Ага, все, я потом. На зорку вот перекиньте просто. Сейчас я пульну, потом перекидывается частица. Зорк, ты готов? Да, да. Все, добьем пол. Ворота ближе зайдите. А, отойдите вот, пожалуйста, в левый угол, все остальное, чтобы я видел. Надо, чтобы ДКшки потом повытягивали людей. Так, все. Кайте. Ждем. Ромбик идет. Ромбик, крест, луна идут. О, ромбик, крест идет. Отлично. Он так, контрол, блядь. Зорки, выходи. Только что снова. На, ничего. Все, бьем крест. Крест бейте. Ер, дали? Прошочек бабл. Зорки, ну да. Выходи. Выходи с этого. Бля, ну там момент он вообще сносит там. Цапнуть нахуй, ебану. Блядь, там хант нахуй, блядь, просто. Вы видите ханта, блядь, законтрольте. Сейчас катите, на ком будет смотреть. Дрищ катите, на тебя смотрит. Смотри, на тебя ДКшник сидит. Оттягивайте. Тягуйте ДКшников от дрища. Дрищ катит просто. На дрища сейчас снитричится на захил. Так, на Невера смотрит. Невер кати. Я в рейд ушел. Хилить. Пайси, все на рейд, идите хилить сейчас. Все контролы раздайте. Атмосферы дайте. Да, успел. Драник сам станет. Конечно, идеальным. Идеальным сидят? Нет. Драйнер, кайтся, на тебя идет. Брата. Гудли. Бэр, дайте Клэр, если есть. Вводи, дай Бэр по Диану. Крест долили, потом после креста играйте в трусы. Дрищу, дайте Боб. Нет, не трусы, в череп играем. Даю. В череп играем. Добейте крест быстрее, блядь. Идеально, кайтся. Все, в череп играем, все в череп играйте. Мелизону расконтрольте Мелизону, все. Корни кидайте. У нас друид бегает, блядь, в этом самом. Хилит. Блядь, череп нахуй, сука, пизды, пухие, блядь. Вихри дайте по этому квадратику еще тоже. Тенко, беги. Гудлик, беги. Фиры обновите. Райнер на тебя бежит. Кати его. Всегда не шутают нахуй, просто пиздец, блядь. Вы умрёте. У меня не мотал. Ты кашка прикольно притягивает одним ударом шутой. Не захуя, падаешься. Пиздец, такая дичь. Рога сидел на мне, начинал бить. Я только начал уходить, но уже после другого. Они донты сразу там, блядь, шопнули, просто пиздец. Ну, оптикс не отхилил, наверное. Или может далеко ушел, хуй знает. Все, умирайте, не хилитесь. Умирайте. Зорки же бой начинает, да? Нет. Зорки, если начнут боем, он сразу сдохнет.
Начинаю буя. Ну, пусть снежные бури начинает, там же замедляет. Да там, честно говоря, типа, я не знаю, зорки... Зоркого не особо смысл ставить, потому что... Да. Зоркого там, блядь, это самое. Его, о, блядь, как-то. мах и рога тычку двое, мах этим самым. Не, мне ДК грипнул и ваншот. Его ДК грипнул, просто и он умер в этот же момент. Чика, почему-то... Ну, слушайте, давайте я пойду туда поставлю граунд, чтобы гриб полетел сразу в него. Не, я бегал, убегал, мне плохо поснали, я блокнул. А ты просто бури, каскайте и все. Она же на 70% замедляет. Ну, там, блядь, рейнджа должна быть большая такая, чтоб докажешь... Так, она нормальная рейнджа, 36 метров. Ну, давай попробуй еще раз тогда. Если нет, то опять попробуем друида поставить, чтобы кайтил. Только давайте я перед пулом туда поставлю граунд и все, чтобы его точная хватка не притянула. Да, там любая тычка может пролететь и все, и... Магическая. Да, там граунда. Да. Ну да. Ну может повезет, все-таки на гриб полетит. А, ну слушай, ну такая порнуха. Ну два граунда поставьте. Вот, на торе. Или нет, просто нахуй в стенку на стенку просто ворваться, блядь, нет. Поставить там трапу. Стенку на стенку, уже делали стенку на стенку. Просто жабу поставить. Стенка на стенку, это не ВВК. Ну, а я объясняю, слушайте, я объясняю. А, гильдия, make it's nice, не я знаю. Я видел, как они убивали. Они да. Просто ворвались, поставили трап и просто кайтили их, и все, нахуй. Да? Так ну, делать. так и надо. Давайте сейчас еще раз попробуем. Ну, если на тебя просто... Мы то же самое делаем, просто... я хочу, чтобы кастеры у нас оказались, а мирики там были, и зорки их кайтил просто. Вот так вот я хочу, чтобы было. Копалы вы там, блин, ну, на постраховочке на зорку вот там будьте, главное. Так, Донта, главное, захильте. Донта у нас пизды получил жестко. Донт, ты прожмись, не забимайся, дай с полу сразу. Что-то так не снесло. Так, где там ромбик этот? Ромбик. Крест. О, кстати, Дуат, смотри, я же перед пулом, да, я сейчас пульнул. Ты стань немножко левее, возьми, забери крест сразу. Вот сюда встанешь, сразу забери крест, а хрипа ты притянет его в рейд. Они на вас точно не сагрятся вначале. В рейд притянуть, вот где я стою, здесь прыгаю, перед пулом. Я пульну сразу, ты сразу грипай крест. Понял, да? Если что, сразу разгрипаете, если опять пойдет вся эта хуйня в рейд, вы сразу... Саш, давай мы здесь не будем лишний час сидеть, это стенку на стенку сейчас страйт. Мы не стенку на стенку, просто мы вытягиваем кастера, чтобы его пиздили там в рейде. Нет. 300 баф дайте. Ну что, нет, Дон, ты, блядь, тебе сложит нахуй кастер, как и вот сейчас вот было. Тебе просто сдуло, блядь. Потом и сдует меня, блядь. Просто кастер, когда тут... лучше буду. Ну, давай, блядь. Дон, иди обратно. Стенка на стенку, это не стенка на стенку, просто ДК выкрепнет там крестик, влетит, и все, и будем его пиздить. ДК крепнет, и все побегут за ним. Не побегут. Свали назад. Все, Дуат, иди тогда обратно. Ну, блядь, не дай бог, нахуй, ты сдохнешь, блядь, я тебе говорю. Я точно сдохну. Ну так а чего ты, блядь? Мы полчаса не будем тратить на это. Нам нужно, чтобы рейд остался здесь, не пошло на холи пауф, и просто кто-то побежал любой ДД на рейд. И этого ДД мы грипаем, и его заливаем за Геру сразу же. К нам подходят в этот момент остальные там хилы, кастеры и все такое, мы просто отдаем им контроль. Локи вешает красноязычие на каждого из мобов, кастеров. И мы дальше контролим. Все. Больше давайте ничего не придумать. Назад отойдите, сестру. Поехали. Жмайте. Ну, вытягивайте кого-нибудь. Сейчас маг пойдет, подождите. Ну, куда они пойдут, они на зорку уже смотрят. Зорки готовься. Глыбу дай, порошочек, бабу. Бабу, порошочек. Зорки тоже выбыл. Аим, не выходите с досок. Вернитесь на доски все. Зорки к нам ближе беги. Крест грипай. Все, крест грипайте. Ну вот то, что я тебе говорил, блядь, что надо высоко вытягивать кучу кассера. Зорки стоит. Все, кайте. Меня прохиливайте, сейчас я буду попробовать кайтить. Фридом тоже по мне давайте. Идеально. Мишку. Прыгай. Кайте. Все, идеально прохиливайте там. Грипаните назад крест. Крест грипануть, Геру дать. Крест грипануть еще раз. Пойдите к тряпке, не уходим. Сука, они все в идеальную играют. Порошочка, то есть. Все, на идеально хилься пока. Вадифюри, дай БР по порошочку. Блин, ты куда крест?
какие вы корни, ёбаный в рот даёте, что вы делаете? Бучики, подними идеального, у нас лежит. Беги, не бойся. У меня кодекс. Сука, вы можете нахуй кресло тянуть от рейда, блядь, от нас нахуй. Блядь, тут пиздец нахуй просто. Падайте, блядь. Так у них КД, понимаешь, у них же не ДК у троих КД? Кто-то нажал вонючие корни, потому что по нему, и 2 ДК грипп отдали в корни. Вот что произошло. Нахуй корни в крест даете? Нахуй вы в кастер даете корни свои ебучие? Скажите, пожалуйста. Это, наверное, когда он убегал, кто-то дал корни, чтобы он дальше не убежал. Ой, еще раз давайте. Контроля только ДК своими окурами. Зорки, ты пока стой в рейде, пизду. Тебя, блядь, сразу вся эта хуетация, блядь. Делайте, как сейчас я говорю. Сейчас ДК вытягивает нам кастера в рейд. 2 ДКшки. Пиздите мага. В этот момент, потом, после того, как вы мага потянули, зорки выходят. Все. И начинает катить этих самых миликов. Идеально, если что, тоже выйдешь потом. Мага шотает вас. Согласен. Мага проще убить. Мага проще убить, потом ханта, потом лока. Да ну, контролить это такое. Один каз пропустим, это вайп кого-то. В прошлый раз вы лока забили, первого, когда мы убили трай. Лок быстро просыпался, и все, идеальный кайтил, блядь, и все, и забивали. Потому что остальная часть рейда в этот момент стояла, мы спокойно также отпулили, там не было лишних людей, там были два холи-паладина и один танк. Они там это все дело пережили, пока мы убили одну цель. Дальше, соответственно, идеально... Лока быстро слили мы тогда. Ну, суть в том, что да, мы убили кастера, у него 5 миллионов хп, но тут даже дело не в этом. Дело в том, что мы его за гера успели убить, один танк. Чик ушел. Замена есть кто-нибудь? Да, ты потом чистишь ему. Раз, два. Рембизер. Рембизер. Не, он лагает еще. Так, а Була, возьмите, еще один гриб будет. А, ну давай, Була, в рейд. Блин, ну ставьте так, блин, шкаф. Он же потом мешается. О, у него 4 гриппа будет. Будет вообще жестко.